Всем здорово, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Ильи. Это у нас английский сервер, и мы будем с вами сегодня ролить под коллекционера на английском сервере. Так, Montreal 76, вот так вот называется его аккаунт. Находится он в гильдии или не находится, сейчас мы это увидим. Так, что за трэш? Где ты? Что-то не вижу его гильдии. Постройка одна, постройка вторая. То чувство, когда не можешь найти здание гильдии, потому что его нету. Вот так вот. В общем, кидайте заявочки, вступайте. Так, поехали, смотрим. Судя по всему, аккаунт бездонатный. Нифига себе, да ладно. 68. Хм, интересно. А чё ж так мало героев? С таким-то донатом, в принципе, здесь должно быть дофига героев. Так, розы нет. Вальки нет. Странно как-то вообще. Рино, Зефира, Лазули. Ну, хоть Огник есть. Так, Черри, Фрэнк нету. Может, они у него на складе есть. Асурас, Вален, Сердцеедка. Да ну нафиг тут. Космо нету. Вообще жесть полная. Поехали. Посмотрим на героев. Да, реально здесь героев половины нет. Хотя вот Имка есть. Он ее не заюзал. Что там еще? Давайте сейчас пооткрываем, посмотрим. А, так, Варлок. Варлок, Валька. Призрачный Одер Душек. Странно, странно. Или он только начал? Как-то непонятно. Душек. Одер. Но с таким донатом, блин, тут должны быть все герои уже. Наверное, он либо раньше донатил, я не знаю. Ну, очень странно. Так, призрачного еще надо открыть. Так, отлично. Леди Лео, понятно. Смерть Фара, Рино и... Мы потом не будем просто видеть, кому, кого мы выбили, не выбили. А, так. Валька. Я же думаю, что-то не то. Рино. Так, Рину есть, нету. Так, Рину надо. Просто жесть. А, драка с ниндзя, Махатма, Дед Мороз, Сноу. Блин, попробуй еще всех запомни. Сноу. Так, Дед Мороз. Они все равно должны быть открыты, потому что придется потом качать свет. Так, Черри Крейшн нету. Бульдозера надо открыть. Бульдозер, ниндзя, укротитель. Бог Рома. Капец просто. Люблю такие аккаунты. Так, ниндзя. Хорошее у нас начало с открытия недостающих героев. Так, Бог Рома. Так, фея, я не помню, надо, не надо. А, Кинди, по-моему, тоже нужна.
Бульдозер. Так, смотрим, что там у нас. 56. Уже получше будет. Так, Махатмы точно нет. Асура, сердцеедка, укротитель. Барон. Фея. Друид. Варлок. Такс. Такс, такс, такс. Фея. Самого потратили на места, но оно надо. Так, сердцеедка тоже, блин, классный герой, странно как-то. Так, ну вроде как бы все, поехали, ребятушки, трешевать, посмотрим. Так, это понятно, давайте эти карты откроем. Так, рыцарь нам упал, смерть тоже недостающая, рыцарь, смерть, варлок, варка, укротитель и медузка, отлично, плюс 4 героя у нас есть. Делаем так, раз. А почему я их открываю? Ну, они нужны будут для прокачки линеек в судьбе, поэтому от этого никуда не денешься. Так, укротитель и медузка. Так, отлично, поехали. Чик. Такое себе. Так, итог. У нас получилось 63-91. Хорошо. А, Марину таки не открыли. Странно, что я вроде открывал. Поехали еще Рину откроем. И получится у нас 64. Ну, блин, с такими должно быть тут намного больше героев. По крайней мере, с таким донатом я не знаю, почему такой донат получился. Так, отлично. Ну все, поехали. Теперь интересней будет. Такой вот коллекционер. Мешки Огника, сумочки. Ну, конечно, оккультиста неплохо было бы выбить. Валька. Скин. Так, смотрим, что тут у нас. Оба нету. Зефира всего лишь 13 мешков. Вот так вот. Поехали. Молодой, скорее всего, начинающий аккаунт, но очень странный. Так, сразу же нам падает друид. Он, по-моему, у нас тоже недостающий, если я не ошибаюсь. Он тоже нам нужен. Так, призрачный, фара. Смотрим, друид и фара. По-моему, они у нас тоже недостающие. Блин, конечно, жесть. Друид и фара, да. Отлично. Плюс два героя уже вытащили. Правда, это не имба-герои, но они все равно нужны. От этого никуда не денешься. Так, фараон. Имхотеп. Так, отлично, есть. Поехали дальше. Дед Дрейк. Тоже недостающий, и Хрон недостающий, и Афина, ребятушки. Смотрим, смотрим, смотрим выбивание. Дед Дрейк и Хрон. Афинка у него, по-моему, была, если я не ошибаюсь. Она где-то в верхней линейке, да. Но, блин, Хранитель и Дед Дрейк. Это уже отлично. Хрона открываемся. Ой-ой-ой, чуть не продал. Жесть, конечно. Я еще никогда так не ролил, не открывал недостающих. Так. И капитан Дрейк. Окей, поехали дальше.
Давай рандомчик. Надо фопа, надо оккультист. Надо имба. И вот он свален, ребят. Еще один недостающий герой. Отлично. Так, ладно, давайте будем ролить, а то это будет бегать туда-сюда. У меня вот это уже... Череп свален, отлично, плюс 2, еще плюс 2, ребят, героя. Новая тактика ара, не, это надо открывать. Это по-любому надо открывать. Жесть какая-то творится на этом аккаунте. Новая тактика в убивании героев. Выбил сразу в алтарь. Так, череп. Где там череп? Ара тоже недостающий. Череп. Ну, уже поприятнее аккаунт как-то смотрится. Ну, блин. Конечно, если он донатит, то проще за 10 баксов купить там топовых героев и не париться. Так, 71-91. Вот, уже получше. Уже хотя бы заметно хоть какой-то, ну... Что надо. Так, дерево нам надо еще, кстати, открыть. По-моему, дерево у нас тоже есть. Да, отлично. Капец, короче. Поехали дальше. Так, кто у нас следующий недостающий будет? Космо, Лазуля. Еще один хранитель. Паладин. Thunder God, ну эти уже есть. Эти имбы уже есть. Так, давай рандомчик, еще один Дрейк. Влад Дракула. Ну чё там? Ронин. Ронин тоже вроде есть, Асуры нету. Так, сердцеедка. Thunder God. Фейка. Ну давай, давай, рандомчик. Хранитель. Ну видите, эти герои уже есть, и они начали нам падать. Это просто капец. Как люди играют, я даже не знаю. Варлок. Оккультист. Вот батька сказал, оккультист нужен. И пришел к нам оккультист. Отлично. Поздравляю, еще один хороший герой. Профессор Рибет тоже вроде недостающий. Оккультист и Рибет. Сейчас будем смотреть. Просто изи, ребят. Просто изи. Давайте сейчас откроем, чтобы места... Ну, просто кайф. Космо, ребят. Космо есть уже на этом аккаунте тоже. А, я уже не смогу заролить. К сожалению. Так, оккультист. Если я не ошибаюсь, было там сколько? 40 с чем-то. Стало уже 70 с чем-то. 30 недостающих легенд, ребят. Мы с вами вытащили. Это просто жесть. Выставили 30 героев. Так. 74-91. Так. Отлично. Махатмы нету, Асуры нету, Землеройки нету, Лазули нету, Командоры нету. Но, блин, мы вытащили действительно топовых героев. Поехали еще два раза по 150 бахнем. 150 и 150 и сердцеедка на последний еще одна лего. В общем, вот как-то так. Так, ну тут у нас, конечно, вот оккультист, отлично, отлично. Не собрали мы слизней, конечно, но зато мы получили оккультиста, получили благодаря оккультисту вот такие вот топовые плюхи. Сейчас мы попробуем открыть еще мешки зефира. Так, отлично. Плюс 10, а огонь, ребята, это вообще гонево, 10 штук. Один, один, не два, ничего себе, еще один. И еще один. И два. Ну, неплохо, неплохо. Сколько мы там? 16 вытащили. В общем, вот как-то так. Я считаю, вообще отлично мы заролили. Можно было, конечно, добить так. Нет, нам все равно бы не хватило. Короче, плюс где-то в районе 30 легенд мы вытащили на аккаунт. Выставили некоторых топовых, повыбивали.
40 тысяч самоцветов, в принципе, отличная сумма. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, кидайте заявочки в ВК либо в телегу. Всем удачи, всем пока.